Товарооборот между Казахстаном и Южной Кореей достиг 5 миллиардов 300 тысяч долларов. Это показатель за 10 месяцев 2023-го. Об этом на двустороннем экономическом форуме Чунчжоу сообщил посол нашей страны в Сеуле Нургали Арыстанов. Глава дипломатической миссии также отметила, в первой половине года объем корейских инвестиций в Казахстане вырос и достиг 717 миллионов долларов. В рамках форума прошли встречи глав крупных компаний двух стран. На переговорах рассматривали совместные проекты в сельском хозяйстве и пищевой промышленности. Подписан меморандум о сотрудничестве по строительству на территории Южной Кореи завода по производству казахстанского мороженого. Этот проект, он связан с тем, что наши партнеры имеют большие возможности на территории Кореи. Поэтому мы рассматриваем возможность поставку нашей продукции именно вот нашему партнеру на территории Кореи. У нас сегмент небольшой, я имею в виду производство мороженого, но мы в этом сегменте готовы удивлять. Удивлять не только страны, не только Казахстан, не только страны СНГ, но и весь мир. Торговля между Казахстаном и Кореей не была так развита в силу нескольких моментов. Самое главное – это все-таки отправка наших товаров, таможенные процедуры. Благодаря сегодняшнему форуму можно решить эти вопросы. Северная Чолла – это сельскохозяйственная провинция. Казахстан – страна с большими возможностями для развития сельского хозяйства. Мы можем сотрудничать в этой сфере.